Сегодня Сергей Собянин провел оперативное совещание с руководством столичного метрополитена. Мэр ознакомился с ходом строительства станции Новокосино. Собянин потребовал ускорить темпы строительства новых линий. Сократить сроки, по его мнению, можно будет после внедрения типового проектирования станций и за счет использования современной проходческой техники. Кроме того, мэр считает, что в настоящее время стоимость строительных работ завышена. Я вас убедительно прошу, пересмотрите ценовые параметры, пересмотрите цены. Если мы переходим к серийному, типовому строительству и проектированию, цены другие должны быть. Другие цены, минимум на 20% дешевле. Не сможете это сделать, не смогут проектанты и строители. Найдем других заказчиков, других проектантов и других строителей. Сергей Собянин также отметил, что план развития метро должен быть пересмотрен с учетом строительства новых линий в Подмосковье. Сейчас большинство линий обрываются на границах Москвы, в то время как проблему следует решать в рамках единого транспортного узла города и области.